школьный рюкзак для мальчика, облегченный, но с ортопедической спинкой. Смотрите, ортопедическая, анатомические вставки достаточной ширины. Они из евросеточки. Здесь тоже, кстати, здесь потайной кармашек для быстрого доступа. Нагрудная стяжка. Широкие лямки, мягкие, по всем стандартам сделаны. Регулировка лямок. Светоотражающие элементы по всем четырем сторонам. Такой дизайн, такая машина. Красная, цвета яркий он. Тут три отдела. Показываю первый. Первый отдел здесь у нас. Ограничители, смотрите, интересно. То есть не выпадает у нас передняя планка, не сворачивается. Органайзеры здесь встроены. Второй отдел основной. Большой, вместительный отдел с разделениями. Чтобы все было в порядке, было все на своих местах. Также здесь есть еще один дополнительный отдел для каких-то тяжелых вещей. Так как это рюкзак для средней школы, они носят достаточно много каких-то учебников, то сюда мы кладем либо самые тяжелые, либо самые большие, чтобы максимальная нагрузка была максимально близко к спинке, к спине. И отсюда правильное распределение веса. То есть это очень функциональный рюкзак, имеет легкий вес, поэтому он для тяжелых учебников. Дно у него, смотрите, прорезиненное, резиновые ножки, два кармана по бокам, все молнии, все идеально работают, такие приятные софт-тач напыления на всех молниях. И еще в комплекте идет, посмотрите, его вот такой крутой брелок. Собираем в комплект к нему все аксессуары, все абсолютное, мешки, пеналы и все остальные атрибуты.